Добрый день. Здравствуйте. Как зовут малышика? Кирилл. Кирилл. А вас? Лена. Лена. Дорогие друзья, сегодня мы приехали на Бакумова, в семью, где маленький ребенок. Мы привезли здесь наш продуктовый набор, где все самое необходимое есть. Благодаря вам, дорогие друзья, вашей поддержке. Дело в том, что это полноценная семья, но, к сожалению, случилось так, что глава семейства уволился с одной работы, а в связи с карантином он уже продолжительное время не может устроиться на другую работу, так как нет приема и тому прочее. И вот приходится им здесь выживать. Да еще здесь, во-первых, и обстрелы очень часто, да? Обстрелы у нас очень постоянно происходят, причем слышимость очень хорошая. Детеныш, правда, не пугается, но все равно слышимость хорошая, капитально. То есть обстрелы совсем недалеко происходят, да? Ну, вот в Старой Михайловке, а здесь вот 5 минут езды. Ну да. Спасибо вам, друзья, большое. Низкий вам поклон за ваше милосердие и доброту. Спасибо вам большое, спасибо.